Так, говорит, я сотку потянул, а не полез. Совет филям. Он даст эту всю фигню. Можно нырнуть. Ну поехали. Надо сначала попробовать так. Ты поплавай, на... поплавай на дне, мы с ногами нащупаем. Давай туда, короче. Да попробовать нащупать ногами. Сам нырять будет. Нет, привяжем тебя. И это самое. Нет. Фантомас. Да.
Пацаны, хуёво снял, давай назад! Рубль два! Пиздец, попало. Хоть бы помыло, грязь не отмыло, да? Ну. Повелся, повелся. Что, завелся? Да. Повелся, завелся. И не заводите, а то гидроулда схватит, задолбешься, потом это... Я не знаю, ее заводить. Так а что ты хочешь сейчас сделать? Прямо садись. Дай. Я теперь водолазом могу работать. А бензином пахнет, как приехал. Окна забыл закрыть. Рыбку бы задавил. А ты когда погрузился, тогда выскочил? Или как? Нет, ты... она еще так гордо погрузилась, пришла так, вода в салон, я двери не открываются. А окно было открыто у тебя? Наполовину. Я зажигаю ключи, открыт у меня пакет. Оно же не опускается, видно, ее замкнули, что я так боком кое-как вылез. А что ты сюда вообще полез? Тебе расскажи, что я полез. Захотелось переехать. Ну ты меня позвал, вместе переезжай. Следующий раз. Так давай, слишком глубже. У меня еще там Нио стоит в гараже. Понял. Виталий, иди сюда. Деться бы хотелось. Сейчас человек в магазин поехал. Где шмотка человека? Да ну нафиг. Так, ладно. Пацаны, давайте эту машину растолкайте, чтобы, ну, разверните ее в ту сторону, чтобы мордой, а я развернусь. Вот чем электростекла плохие. Но когда Тони Герман... Сюда 1.3 выше кишки. Рык. Снимаешь? Ну. Чуть сбоку того возьми. Вот это тоже. И парами сюда не нажимай. Thank you.
была пихать. Так слышишь? Поехали. Ручки помыть можно? Да, да, да. А куда, кстати, их кто еще знает? Сюда 1.3 выше кашу. Жик. Снимаешь? Ну. Чуть сбоку то возьми. Вот это. И пора бы сюда не нажать. Тихо, не ругайся. Значит, потом будет на большом экране. Я положу его. Еще и 5 минут дернешь. Так, один сгорел. Может, это еще какой-то. Хрен его знает, не знаю. Так, он, кстати, еще здесь убьет. Льется? Льется? Тихо, теперь не тряси. Капает. О, тихо. Капля. Тихо. Опа. Теперь сюда смотрим. Модель, номер, все как положено. Ну, Александр, скажи. Ну, что сказать, я не могу понять, почему крылья так повыгибало. Ну вроде удара не было, когда прыгал. Ну так, блядь, запернировали крылья. Под давлением. Ну не знаю. Что ж там за давление было? Давление у меня. Так смотри, два главное. Да, один блок, короче. Расскажи, твои впечатления. Ну просто расскажи. Без слов, без комментариев. Скажи. Как оно все происходило? Ну какого хрена ты прыгал в муховец? Ладно, будем это самое. Об этом наука умалчивает. Все понятно. Родственник, ну а ты что скажешь по этому поводу? Быстро спрятать машину. Ни хрена. Нигде кустов рядом не нашел. Саша, а ты что скажешь? Ну что могу сказать? Проблем много. Где? Проблема одна с водителем. А, че? Зеня. Добро пожаловать, Андрюха, в джиперы. Здесь вопрос, когда он сделается. В следующем сезоне сделаем. Сушить его надо. Сушить. Как рыбу подвесить тут. Много я видел. Но такого. А вам слабо нырнуть?